Второй день подряд сбор Днепра сопровождается непрерывным дождем, но команда продолжает тренировки по графику. Непогода не помешала приехать на знакомое поле в Венло и провести там занятия. В нем участвовали все футболисты, кроме Андрея Близниченко, который работал по индивидуальной программе. Тренировка состоялась уже привычных футболистам упражнений. После разминки игроки расположились в квадратах, в каждом из которых было по два мяча. В таких условиях задача держащих мяч игроков многократно усложняется. Затем была отработка держания мяча. Днепряне разделились на четыре группы, по две из которых образовали команды. Требования, предъявляемые к игрокам, заключались в том, чтобы быстро комбинировать с подключением третьего футболиста и переводить игру с одного участка поля на другой. Завершив занятие, команда вернулась в отель, а вечером днепропетровцев ждет еще одна тренировка. В этот момент у нас директор.